Всем привет! Вы на канале Andrius Crypto News. И по традиции, как всегда, я попрошу вас подписаться на мой канал с колокольчиком. Это крайне важно для развития моего канала, потому что впереди вас ждет достаточно интересные, полезные по теме для вас видео. И мне просто приятно вам их делать. Записывать, анализировать что-то, искать какую-то информацию. И в данный момент времени у меня есть то, что будет вам тоже интересно, и что-то вы почерпаете, узнаете для себя. И это пригодится вам определенно. Ну а теперь мы начнем. Подписка у вас с колокольчиком. Ставим лайк авансом, и мы начинаем. Короче говоря, XRP сейчас переживает самые интересные моменты в своей истории. То есть его максимальный пик был почти на уровне 3 долларов. Сейчас у него имеется отметка 83 цента. Так вот, сейчас будет для вас информация, которая позволит вам понять некоторые аспекты на будущее данной криптовалюты. Эту информацию я нашел вот в интернете буквально-таки. Соответственно, она не такая свежая, но все же даст вам примерное понимание того, что возможно будет в будущем, что можно примерно, соответственно, ждать. В конце прошлого года из лидеров рейтинга по капитализации криптовалюты XRP популярного калифорнийского стартапа Ripple оказалась в центре внимания криптосообщества. Причиной послужили разбирательства, которые мы все прекрасно с вами знаем, суды, которые потом, между прочим, XRP и выиграла, что, в принципе, является довольно-таки положительным. Вот. Регулятор обвинил стартап в незаконной продаже токенов, это мы все прекрасно знаем. Будущее в руках SEC, одним из первых. Свой прогноз по XRP на 2021 год дали аналитики анонимной биржи цифровых активов. Они отметили, что на рынке криптовалют трудно спрогнозировать долгосрочное движение. То есть они тем самым хотят сказать, что в будущем будет иметь некое, так сказать, некая нехватка для обычных людей XRP. То есть XRP будет валютой, как сам биткоин, который имеет сейчас ограниченное количество. Естественно, его стоимость от этого тоже довольно-таки невелика. Очень малое количество людей на планете могут иметь хотя бы один биткоин в своем личном владении. То же самое и ждет XRP в будущем. 2 доллара – это просто смешная отметка. Его максимальная будущая, так сказать, отметка будет иметь на уровне, я так полагаю, не менее 50 долларов. И это просто, вот, к примеру, когда доллар стоил доллар, когда биткоин стоил доллар, извиняюсь, и поднялся до уровня 100 долларов, никто и не мог подумать, что в период за 8 лет, то есть 13-го, года, когда он стоил 100 баксов, и в 21-м, когда он поднялся до уровня 60 тысяч долларов, то есть, по сути, в 6000%. Здесь можно предполагать примерно такой же аспект, такой же успех в развитии XRP. Это уже, соответственно, в умах каждого человека, который занимается в этой сфере, который кормит его, это его деньги, это его детище, это его интерес по жизни, который он изучает, и благодаря этим изучениям приносит ему определенный успех. И я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, подписчики моего канала, понимали, что я для вас хочу раскрыть некоторые карты на будущее. То, что успех возможен только благодаря вашим мыслям в этой вот голове. Благодаря знаниям, которые вы черпаете. Вы должны отсеивать ложь, провокацию, бессмыслицу. И просто-напросто засасывать в свою черепную коробку именно ту информацию, которая будет для вас полезной. То есть актуальный на сегодняшний и на завтрашний и так далее дни.
Это важно. Это крайне важно. И знайте это. Все будет хорошо. Вы верите в XRP. XRP – это будущее. До скорых встреч и спасибо, что досмотрели это видео до конца.